Как живется туркмену в Чувашии? Как родина. Сможет ли он жениться на русской? Девушки нет планов. Есть ли дружба народов? Туркменистан, Россия, отношения хорошие. Гурбаниас Мухамов, студент из Туркменистана, уже 4 года живет в Чувашии. Как он себя чувствует в чужой стране и что думает о разлуке с родиной в новом проекте «В гостях как дома» на национальном телевидении.